Для любителей деревьев хочу показать алычу, сорт обильная. Сегодня 2 июля. Вот она уже созревает. Посмотрите, ветки просто увешаны плодами. Вот еще веточка. Все увешано. Действительно, называется по достоинству обильное. Кому интересно, саженцы будут у нас на октябрь. Само дерево невысокое, 2,5 метра высотой. Раскидывается тоже где-то на 2,5 метра. Вот она только наливается, я потом сниму, когда плоды будут уже спелые. Сами плоды будут темно-синего цвета. Сейчас они розовые. Ветки все склонились к земле. Не выдерживают такой вес.